воскресным днем встречаются две команды из чемпионата MLS: АФЛ Ростов, Даллас и Red Bull. Игра началась. Под седьмым номером. Этих ребят тоже стоит отметить. Сейчас 11 номер. Бежал к мячу спиной к вратарю. Зачем это делать, было непонятно. Мне кажется, это просто, ну, какие-то эмоции. И первый гол мы увидели. В исполнении Нью-Йорка с пенальти, с точки, реализовывает уверенно его. Здорово, восьмой номер Гассиев разворачивается. Опа! А вот здесь уже может вспыхнуть. И уже вспыхивает. И сейчас все правильно. И одному за несдержанность и за фол, и второму за несдержанность. Неспортивное поведение. На другую половину и снова угловой подает Даллас. Подбор, 17 номер бьет поворотом, но бьет слабо. Добивание, удар, гол! Удар-гол, и это у нас отличился 10 номер Далласа. Обрати внимание, Вань, здорово. Все было хорошо до последнего эпизода. Автор пенальти отдает середину поля на своего нападающего, и тот благополучно промахивается. Нью-Йорк выходит вперед и делает счет 2-1. Будет исполнять угловой с правого фланга, делает длинный заброс. Ух ты! Браво! Прекрасная подача Энина и завершение высокорослого. На этих словах Энин делает передачу снова, и счет становится 4-1. Энин простреливает во вратарскую вдоль, Гончаров вколачивает в ближнюю 9. Вратарь пытался отразить этот удар и даже коснулся мяча, но и... Опа! Это фол, реф увидел. Замахивается правой, бьет. Какой красавец! Аплодирую, до. Ты просто Додинью просто исполнил, красавчик. Десятый номер с мячом накручивает, здорово разобрался вот это с правой ноги. Посмотрим. Ой, здорово, красавец какой.
Вот это открытый футбол. Вот это я называю получать удовольствие. А ну-ка, Магомедов. Что это было? Блин, как же жалко. Как же жалко, что этот момент не закончился голом. Даллас 2, Нью-Йорк 5. Победа за Нью-Йорком. Всем спасибо, ребята. До новых встреч. Пока-пока. Пока.